Казусы немецкой юстиции. Вчера из Германии депортировали бывшего охранника Усамы Бен Ладена. А через несколько часов после высылки один из судов страны постановил немедленно вернуть его обратно за счет государства. Как такое могло произойти, узнаем от Татьяны Лагуновой. Выслать Сами А немцы пытались более 10 лет с того самого момента, как журналисты раскопали. Бывший охранник Бен Ладена, который проходил подготовку в террористических лагерях в Афганистане и, по мнению немецких спецслужб, может угрожать национальной безопасности, спокойно живет в Бохуме. Проповедует в мечети и получает от Германии щедрую социальную помощь – более 1000 евро в месяц. Но депортацию мужчины постоянно отменяли суды из гуманных соображений. Дескать, на родине, в Тунисе – Сами А могут угрожать преследование и пытки. И вот, казалось, в этой истории наконец поставлена точка. Накануне немецкие чиновники сообщили, депортация стартовала, и Сами А на чартерном самолете уже летит в Тунис. Но как только лайнер поднялся в воздух, суд города Гельзенкирхен снова спутал все карты. Судьи пришли к выводу, высылка нарушает немецкие законы и нормы международного права. И постановили, депортированного Сами А нужно немедленно вернуть в Германию. За государственный счет. Решение о том, что депортация невозможна, было принято и озвучено в процессе высылки. Чиновники должны были остановить процесс, но не сделали этого. Поэтому теперь суд обязал ведомство по вопросам миграции беженцев вернуть депортированного назад. Вернуть Сами А, впрочем, теперь будет непросто. Тунис уже отказался отдавать его обратно. Местные силовики заявили, они подозревают Сами А в террористической деятельности. И теперь намерены провести собственное расследование без немецкой помощи. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».